Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Дорогие друзья, добрый вечер. 17-ю официальную церемонию вручения музыкальной премии за 2007 год, национальную премию «Овация», объявляем открытой. Номинации «Музыкальный театр» лауреатами стали мюзикл «Мама Мия», Владимир Назаров, театр Владимира Назарова. Спасибо огромное почетному жюри за столь почетную награду. Ну, на самом деле, мое единственное пожелание всем оргкомитетам: давайте больше призов молодым. Премией «Овация» награждается художник-постановщик Георгий Эмильч Юнгвальд Хилькевич. Премию получил как художник, как автор декораций и костюмов двух прекрасных постановок Владимира Назарова «Лесная песня» и «Маленький принц». Я еще счастлив тем, что вот эта премия, полученная коллективом Назарова, его изумительным театром, мне кажется, нас еще больше сближает. На сцену артистов театра лауреатов премии «Овация» 2007. Это Игорь Томилов, Людмила Гордиенко, Артем Назаров, Мария Молчанова, Игорь Милюков, Рачик Оруджев, Алла Майорова и Полина Кожикова. Очень рада получить эту премию. Это премия первая в моей жизни. Я очень счастлива, благодарна нашему руководителю, народному артисту Владимиру Назарову. Мала куча, мали прах, тихо живот мені драг, и уже пустое две, то за встречу достає. Нема нико то да знаш, овай живот као наш, что я нима пусти сам, то особенно когда получаешь такую премию наряду с великими людьми, которые представляют культуру России, это большая честь. Вы знаете, на самом деле очень необычно, волнительно и приятно получить такой замечательный приз, такую замечательную премию. Это первая масштабная премия. И, наверное, до конца я до сих пор не могу поверить в ее наличие. Все, что имам, я све дам, а что могу так массам. Все, что имам, то сети, а что друго треба ми. Нема нико то да знаш, овай живот као наш. Что я нима пусти сам, то е нама сваки дан. Еще одно па, опа, за едно свиносток.
спасибо, что мой труд вот так вот оценили, и я получила такую высокую премию. Хотя мне всего 19 лет, и уже получила такую высокую премию. Спасибо большое жюри, которое смотрело спектакль. Это было для меня очень большой неожиданностью, и от этого еще большее счастье я испытываю. Я очень благодарна за эти минуты счастья. Я уверен, что очень многие актеры музыкальных театров, не только в Москве, но и по всей России, достойны такой премии.